20 лет назад вместе с Берлинской стеной окончательно рухнул железный занавес, и мир перестали делить на соцлагерь и капиталистический Запад. Гражданские свободы пришли в Россию вместе со свободой передвижения по планете. 10 лет назад, в 1999-м, была основана туристическая компания «Пегастур», и преодолевать большие расстояния стало еще удобнее и легче. Ведь компанию основали люди, которые знают толк в путешествиях. Будучи студентами, мы сами путешествовали по Европе, и когда вернулись, наши друзья захотели повторить наш замечательный опыт. Ради этого нам пришлось открыть свою собственную компанию. Темпы развития «Пегастура» удивляют. Всего за 2 пятилетки челябинская компания стала одной из сильнейших в России. Мы добились впечатляющих успехов на региональном и федеральном рынке. Мы занимаем 4-е место среди крупнейших региональных компаний. Мы занимаем 11-е место среди крупнейших продавцов авиабилетов во всей Российской Федерации. «Пегастур» — это универсальный игрок туристического рынка. Сочетает в себе многопрофильного туроператора, организатора программ молодежного обмена и мощное авиагентство. В Уральском регионе оно, кстати, занимает 1-е места по продаже билетов крупнейших иностранных авиаперевозчиков. У нас есть онлайн-бронирование авиабилетов. В таком виде, как это реализовали мы, ни у кого нет во всей России. Настолько удобно, настолько эффективно. «Пегас» самостоятельно формирует туры своим клиентам, имеет прямые контакты с партнерами, хорошо знает туристический продукт и способен сделать тур по индивидуальному заказу. Мы планируем запустить в ближайшее время систему так называемого подбора тура человеку в автоматическом режиме. Это позволит обрабатывать в много-много раз больше заявок. Каждый день на протяжении 10 лет «Пегастур» развивается, разрабатывает новые продукты, внедряет новые технологии. Мы хотим расти вместе с этим городом, хотим помогать молодежи, хотим помогать нашим туристам видеть новые страны, делать это качественно, делать для них это профессионально и, самое главное, чтобы все это еще было для них выгодно. В прошлую субботу компания «Пегастур» торжественно отметила свое 10-летие. Чтобы в 22 веке мы до сих пор были успешные, и мы до сих пор были по молодой компании. С днем рождения!